Между начальным пунктом отправки топлива головной перекачивающей станции Новополоцк и конечным пунктом нефтебазы Фаниполь 292 километра. На этом пути есть и две промежуточные остановки – Крулевщизна и Кривичи. Реализация инвестиционного проекта открытого акционерного общества «Полоцк-Транснефть-Дружба» по строительству нового нефтепродуктопровода стартовал в 2013-м. Сегодня руководитель предприятия констатирует – первая очередь в работе, вторая проходит испытания. В текущий момент проводится гидравлические испытания оставшихся 100 километров, построенных 100 километров линейной части этого магистрального нефтепродуктопровода на участке от нефтебазы Крулевщизна до реки Вилья. Я думаю, что эти гидроиспытания пройдут успешно. В частности, сейчас уже идет проверка на герметичность этого участка. Оценочная стоимость проекта – 100 миллионов долларов. Сегодня освоено чуть более 23 миллионов. Здесь же Василий Дроботов отмечает, что завершить работу удастся сэкономить средств почти в 50% от запланированного проектировщиками. В числе других вопросов, которые оказались в центре внимания участников расширенного заседания Новополоцкого филиала Витебского областного союза нанимателей, взаимодействие предприятий города с местным вузом. Здесь же рассмотрели предложения, которые ранее поступали от актива союза нанимателей. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.